мастер-лига. Это летний кубок в формате 8 на 8. Итак, заключительный матч 6-го тура. Матч, который встречается команда СБЧ и Интернационал СБЧ. Но вряд ли там можно какие-то претензии предъявлять именно Агаркову, который экстренно занимал место в воротах. Сопов с разворота бьет в дальний, и это было близко. Матч, кстати, нас ожидает интересный в плане очков. У Интернационала 7 очков. И в случае победы Интернационала они обходят своих сегодняшних соперников. Что станет очень хорошим подспорьем. Но каков же сейчас? Сам не верит своему счастью. 11 номер команды СБЧ. Это Владислав Иванов. Шарахнул так шарахнул. В девятку, верхний угол. Счет матча открыт. Остается мяч Интернационал. Именно они им владели. Ой, неточная передача. Пирогов, Пирогов. Будет удар в ближний. 2-0. Пирогов, Денис Пирогов. Какой по счету он уже мяч забивает. Это невероятно. Только что я в прошлом матче говорил как раз о споре за звание лучшего бомбардира турнира. Называл Денис Пирогова как одного из главных претендентов. И вот доказывает мои слова. Четвертый номер команды СБЧ забивает свой очередной мяч. С мячом встречается, хотя уже 7 минут было сыграно. Соболь. Мустафа, что за да? То есть в СБЧ есть все-таки замена. Хороший подспорье. Удар сдалека. Савин отбивает. Хорошо отбивает далеко. Интернационал осваивается на чужой половине. Удар вновь Савин тащит. И вновь в стенку мяч попадает. И вновь это Миронов бил. Ой. Вот он удар от Миронова. И в перекладину это. Савин мяч перевел в перекладину. В очередной раз спас свою команду. А бил тогда не Миронов со штрафного, а Гроздов Кирилл, 23 номер. Пробегает и бьет. Пирогов хороший, плотный удар. Амбросов справляется. И Борисеев пытается добавить слету. Но, как следует, мяч не лег на ногу 6-му номеру команды СБЧ. И мяч не смог сохранить мяч. И Борисеев из спины сейчас выскочил, пробил. Интернационал. И вот появился на поле тренер команды Интернационала Бахтияр Нурахунов под 99-м номером. Удар! Это было очень неплохо. Гроздов пробивал мяч рядом со штангой. После плотного удара прошел. Удар низом был. И на скорости пытается защитник подключается в атаку. Передача на Соболя. Соболь удар в противоход. И удар. Гол! Забивает. Наконец-то Интернационал свой сегодня первый мяч. Удар Соболя. Савин, конечно, справился. Вытянулся в струнку, в противоход. Причем такой был удар противный низом в дальний угол. Савин дотянулся, отбил. Но отбил прямо на набегавшего Гроздова, который... Ну, интересно. Борисеев прицелился и удар низом. В надежде, что каюдная Соболь... Под углом сближается, достанет пас. И хорош, хорош Сайн эту передачу. И вот атака СБЧ быстрая. Борисеев. Рикошет неприятно. Стройка она затягивает. Данилин. И удар. Как накрыть? Мяч в плечо попадает. Гроздов принимает. Аккуратная обработка. И под удар катит удар. Гол! Вот она! И 2-2 счет становится. Смогли интернационалисты счет сравнять. И это очень интересно. 2-2. Ну, это шикарная атака была на самом деле. И хороший пас под удар. И без помех, конечно, из убойнейшей позиции. Наля Данилин, но перехват. Ой, неудачно играет. И футболист. И тащит, тащит Амброса. Пирогов, касание с Савелием Борисеевым. И Пирогов в дальний не попадает. Борисеев, ой, Борисеев, говорю, Пирогов, конечно же. Хорошая атака такая, достаточно быстрая получилась СБЧ левым флангом атаки. Удар
Амбросов отбивает в угол. Добивание. И как-то не везет. Не везет сейчас Солпов. Не смог подстроиться под мяч. Результата. Гроздов. Передача. Миронов. Уложил вратаря. Точно вперед мяч выносит на Кириенко. Кириенко играет каблучком. 3 в 3. Атака. Попытка пробить издалека. Саенко. Удается ему соорудить. Иванов. По штрафную. Падение Пирогова. Свеча. Сейчас очень важно выиграть борьбу в центре поля. Воинов вновь. И вновь. Мяч в воздухе. Надо опустить его на поле. Иванов. Пирогов. Удар. Гол. Пирогов забивает в концовке. 3-2. Счет СБЧ. Ой, как вполне вероятно. Сейчас раздастся свисток. Да, действительно, это гол в раздевалку. В исполнении Пирогова. И победа 3-2 СБЧ. Добились таки своего. Футболисты в синих футболках. Сибирский Баночан празднует победу. На сегодня у нас все. Встретимся на этом же месте через неделю в заключительном туре.